Здравствуйте, мои дорогие. Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Сегодня мы в фикс-прайсе. Это Димитровград Кристалл. Показываю такую новиночку. Это фоторамки. Они идут с надписью. И такие фигурные, симпатичные. Это дерево. Ну, типа МДФ. По цене 149 рублей. Размеры 10 на 15. Есть вот с такой надписью «Счастье». Вот, смотрите, здесь на подвесе. Видите, можно подвесить еще их. Так. Вот такая вот рамочка. По цвету может быть еще белая. Такие вот крепления, чтобы отворачивать, ставить фотографию. Друзья, вот эта надпись, она маленечко, видите, как бы надвигается здесь. Но если вы повесите на шнурок, то она выпрямится. В общем, вот такие интересные рамочки. Но мне больше понравилась вот такая рамочка. Она довольно-таки тяжелая. И можно вставить свои фотографии, будет тоже смотреться очень классно. Здесь есть крепление с обратной стороны. Цена 199 рублей такой рамочки. Есть еще в белом варианте. Ну и такие вот крохотные миниатюрные фотографии можно вставить. Ну, конечно, здесь можно одну поставить целиком, но вот можно 5 маленьких поставить фотографий. Здесь деревянная рамка 26 на 16,5 сантиметров. 79 рублей стоит. Вот. И нужно смотреть, чтобы не было вот таких сколов. Ну, такие крохотулечки по 79 рублей. По цвету они есть еще темные. Тоже вот 10 на 15. Да, еще вот эта вот мне понравилась тоже фоторамка. Она как с багетом. Тоже интересная такая. Видите, здесь выступает вот эта вот часть. 13 на 18 сантиметров. Но это пластиковая рамка. Еще одна классная новиночка. Можно купить вот такие часы. Они детские. Часы деревянные, причем настенное крепление, настольная подставка присутствует. Вот тут можно как установить их. Вот, очень классные. Цена у них 249 рублей. И я нашла несколько вариантов. То, что они деревянные, это очень классно. Вот есть еще вот такие вот. Вот такие. Ой, какой очаровательный медведь. Такой не дико яркий и такой приятный. Вот такой вот вариант. И еще вот такой медведь. Да, классно, что они деревянные. Самое главное, они сделаны в России. То есть российское производство. Это радует. Скажите, пожалуйста, какой вам вариант больше понравился? Мне вот с медведем. Еще одна новиночка классная. Вот уже идут в таких упаковочках подсвечники из бука. Высота может быть разная у подсвечников. Там уже есть свеча внутри. И цена 149 рублей. Вот такие вот они по форме могут быть. Это 10 сантиметров. Ну, это Китай. Так вот они высокие, пониже. Вот разница. А можно вытащить вот эту свечу, которая там уже идет в наборе, маленькая. А можно поставить большую, высокую свечу. Вот как на рисунке показано. Ну и наконец-то до нашего магазина дошли вот эти LED-светильники декоративные. Металлические. 299 рублей. У некоторых были они еще в белом варианте. Но вот здесь вот я вижу только черные. Да, их хвалили. Многое другое по очень выгодной цене. Home Time. Стильное и компактное решение для хранения и порядка
Зарядка в вашем доме. Такие вот свечи. Знаю, что некоторые девочки искали табак и ваниль. Свечи вот такие вот. Ну, здесь вот только два варианта нашла. И да, в прошлый раз я показывала вот такие вот полочки. Они по цене довольно-таки небюджетные. 349 рублей. Да. У меня она была белая. Вот здесь вот с обратной стороны крепления. Вот таких вот я еще не видела. Чисто деревянных. Вот чисто деревянные легче, наверное, покрыть морилкой. И, ну, по-своему покрасить виденью. Как вы видите, эту полочку в своей кухне или в прихожей. Или на даче где-то. Ну, то есть приспособление такой полочки, мне кажется, можно для своего дома придумать. То есть вот как здесь вот показано. Образцы использования. Или для косметики в ванной комнате. Для разных пузыречков, если даже несколько поставить в рядах. Или для специй на кухне. То есть вот, кстати, их разбирают очень быстро. И вот в этом магазине я нашла сразу два варианта. И белую, и чисто деревянную. Вот что там беленькие примастились. Да, очень красивая ключница. Да, и по цвету есть еще темные. К сожалению, вот цены здесь нету. Смотрю, появились вот такие пузыречки с клеем. ВМ клей супер. 79 рублей за 150 грамм. Ну, кстати, мне очень нравится этот клей. Я брала даже несколько бутылочек зимой этого клея. И работала, делала игрушки из ваты. Вот, замечательный клей. Вот такие интересные линейки. Видите, здесь часть лего присутствует. Так, цена у них 59 рублей 30 сантиметров. Кстати, они здесь вот разные по форме. Еще по цвету вот голубенькие. Да, вот такие вот еще тоже линейки. Интересные наборы. Линейка «Конструктор» 79 рублей. Да, и здесь присутствуют вот такие вот детали. Состав набора. Из чего вот он состоит. И можно конструировать линейку с каким-нибудь орнаментом своим. Интересно. Довольно-таки. Мне кажется, они по цвету еще разные. Вот такие наборы карандашиков. 59 рублей. Они простые. Б, мягкие. Я думаю, есть разные. Вот они тут. Ну, пока мягкие все нашла. 149 рублей. Вот такой универсальный набор карандашей цветных. 28 цветов. И посмотрите, есть неоновые, металлик, пастельные и базовые. Интересно. Вот они отдельно тут, другие. Вот все хочу испытать вот эту точилку электрическую. Интересно. Пишите, кто ее уже покупал и испытал. Вот такая измерительная лента, 150 сантиметров, 55 рублей. Ну, конечно, вот этот вот отдел канцтоваров в фикс-прайсе, это просто рай для школьников, студентов, ну и для тех, кому необходимы канцелярские товары. Вот этот набор карандашей 99 рублей стоит. Они уже заточенные там. Вот. 18 цветов. Стакан непроливайка. Они двойные здесь, 29 рублей. То есть тоже бюджетная такая цена. Акварельные краски. Единственное, вот медовые, они, конечно, тут красивые, 59 рублей, но после работы вот эта бумажная упаковка, она приклеивается к краскам. И тем самым очень тяжело потом открывать детям, в школе особенно. Так, вот такие вот они попроще, но тоже ломаются. 89 рублей они здесь. И 149 рублей. Здесь цветов, конечно, побольше, поинтереснее работать. Гамма. 24 цвета. Ну и вот все хвалили вот этот лоток для мелочей. 22 на 14.
и высота 7 сантиметров, 79 рублей. Прочные, довольно-таки хорошие лоточки, и у них есть крышка. Все, такая вот крышечка. Вот так вот лоточек будет выглядеть. Кстати, можно туда вот как раз карандаши-то и сложить с фломастерами, что обычно теряется. И удобно убрать потом в стол. Да, хороший лоточек. Кстати, вот можно купить вот такие горшочки, довольно-таки объемные, для цветов. Лиана называется, 4,3 литра, 199 рублей. Тут поддон есть. Вот по цвету они, смотрите, сколько здесь цветов. Есть поменьше, по 149 рублей из этой серии. Тоже так же выглядит и красиво довольно-таки. Так, ну и вот нашла вот такие блюдечки красивые. У них объемный рисунок. Красивый, да. Стоят они недорого. Рисунок разный. Единственное, что они завезли в этот магазин, чашечки. Тут так получился наборчик. Вот сиротливо они тут лежат. Может быть, я дальше и найду чашечки, но пока я их не наблюдаю здесь. Так, красивые салатники. По цвету есть еще вот такие вот осенние. Классные. Такая красота. Вот эта бутылочка тоже. Баночка даже. На 1,5 литра 249 рублей. Бамбуковая здесь крышка на силиконовой прокладке. Вот эти кружки интересные. Тоже можно собирать на них вот такой вот конструктор, рисунок. Пить, конечно, горячее из этих кружек не нужно. На 400 миллилитров 199 рублей. Но интересное. Да, еще вот такие вот тоже стаканчики с трубочкой. Но очень яркие. 79 рублей на 430 миллилитров. Опять термосы завезли вот эти вот, которые показывают температуру воды в термосе. Тут дисплей сверху есть. 140. Так, нет, он стоит, наверное, 300 рублей где-то. Вот такие кружки стеклянные, 79 рублей с рисунком. Да, и вот в этот магазин тоже завезли вот такие гигантские кружки. Просто они гигантские, на литр с лишним. Рисунок у них разный. Так, ну вот, смотрите. Вот еще вот. Ты сильнее, что ты думаешь. Ну, а мне нравятся вот такие кружки. Они такие миленькие. Здесь деревянная ручка, граненная как бы форма, тонкий фарфор или керамика это. Ну, в общем, я использую как карандашницу. Или для кисточек, вернее. Так, ну и вот эти вот кружки всем облюбованные, всеми облюбованные. Такие вот симпатичные, но они из доломита. То есть их можно использовать для декора какого-то. Здесь и с лисичками. Я их показывала в своих обзорах уже. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Еще вот можно взять вот такие салфетки. Они с таким эффектом классным, как голограмма светится. Вот термосалфетка 40 на 50. Но у них цена недорогая. Здесь вот написано 51 рубль. Так, рисунки вот могут быть разные. Потому что немножко как объем играет в этих салфетках. Ну и также вот такие наборы многофункциональных кухонных ковриков. Очень удобно их использовать в столе. Какие-то шкафчики перекладывать этими салфетками. Или на холодильнике. Тоже вот они по цвету бывают разные. Посветлее, потемнее. В общем, такие приятные коврики. Вот как использовать их можно. Да, вот по цвету они, смотрите, есть белые. Ярко
голубые, бежевые, нежные вот такие салатовые. Да, и по цене вот таких кружки по 199 рублей. Но надписи у них, конечно, мотивирующие, интересные. И да, вот эти вот сумочки полюбились уже многим. Они хорошего качества, сумочки-холодильники. По 149 рублей доступная цена. Так, у них внутри вот фольга такая, фольгированная. Можно брать бутербродики с собой куда-нибудь в таких сумочках. Да, вот есть луковички по 62 рубля в ассортименте. Я их уже показывала в своих обзорах, но в этом магазине, смотрите, все разобрали. Так что, если у вас есть, не упустите момент. Ну, из вкусняшек нравится мне вот это какао, 62 рубля. Оно довольно-таки вкусное, похоже чем-то на несквик, который пропал у нас. Чокопай здесь, смотрите, по карте можно купить за 145 рублей. Кстати, друзья, кто еще не подписан на мой телеграм-канал, я там выставляю фотографии, что у нас по желтым ценникам. Ну, информация такая, новинки какие, фотографии, небольшие видео. Подписывайтесь, проходите. Также есть на Дзене и на Рутубе. Да, кстати, вот смотрите, есть чипсы из морской капусты. 39 рублей 50 копеек. Они очень легенькие, но молодежь их облюбовала. Нравится многим. Смотрите, какая расческа в форме сердечка. 149 рублей. Так, открывается, там есть зеркальце. Прикольно. Здесь еще вот такие зеркальца трансформера. То есть здесь открывается, выдвигается расчесочка. Вот так вот. Вот и легко потом раз сложили. Вот, брали в сумочку. По 149 рублей все расчески. Так, вот еще складная расческа, смотрите. 99 рублей, но она уже упакованная. Тоже можно разложить. Интересно. Зеркальца вот такие вот. По 149 рублей. Здесь двойное увеличение с обратной стороны. По цвету они есть белые и красные, и еще там какие-то серенькие. Вот такие вот щеточки для очищения лица электрические по 199 рублей. Ну, открывать не будем. Кисточки вот такие есть силиконовые. Для нанесения маски 99 рублей. Вот такие вот интересные косметички нашла. Они водонепроницаемые, 199 рублей. Так, довольно-таки здесь вот большое дно. По цвету есть еще розовые на замочке. Кстати, можно вот в бассейн собирать какие-то мокрые плавки. Купальники положил и застегнул, и убрал. То есть вот удобно использовать для каких-то вещей. Не только для косметики. Вот такие махровые полотенчики. Я уже показывала в прошлых своих обзорах, но в одном магазине их уже разобрали. По 149 рублей. Они махровые, пушистые. Рисунки тут разные. Я такое купила полотенце и пользуюсь. Мне очень нравится. Вот я брала вот такое вот что-то наподобие. С морскими рисунками. Также можно купить вот такие мусорные ведра. У них такая форма интересная, вроде как на квадрат в центре, ну, вроде как круглая. По цвету они могут быть еще темными, но цены я пока не вижу, ну, мне кажется, в пределах 100 рублей. Тоже нашла вот такие наборы для кухни, комплект вафельный, полотенце, здесь прихватка, но тоже вот цены нету почему-то. Вот такие корзинки круглые, очень красивые, с ручкой. Довольно-таки объемные, 27 сантиметров в диаметре. Запаха нет, 59 рублей. Вот по цвету еще есть вот такие вот.
нежно-салатовые, фиолетовые. А мне еще понравилась вот такая корзиночка. Контейнер с крышкой, ажурный. Размер 16 на 15 и 16 сантиметров. 79 рублей. Ну, по цвету только такие. Так, ну и вот нашла вот эти вот колготки. 42 Омса для девочек. 149 рублей. Белого цвета есть. Ну, и также, я смотрю, и бежевые, и черные. Но вот белый цвет один только. Ну, вот такие вот интересные носочки. От 35 размера до 39. Вот они идут вот так вот упакованные. Интересный состав у них. Вот вы видите, 63 хлопка, 34 полиэстер и 3% эластана. Цена у них 116 рублей. А все варианты я уже выставляла на Дзене в своем посте. Вот, по новинкам из фикс прайс. Можно посмотреть там. Вот, а их, кстати, очень много. Посмотрите, какие интересные. Да, вот. Вот видите их? Ой, а с полосками какие классные. И здесь даже, знаете, немножко рисунок объемный. Он вот махровый. Даже давайте достанем его. Этот наборчик. Вот сразу два достались. Так, вот они. Я полосатые просто люблю носочки. Ну, вот здесь вот единственное, рисунок такой вот ярко-розовый. Да, друзья, подписывайтесь на канал мой, акварелька Наталья. У меня живые обзоры именно из магазина, без всяких реклам и рекламных пауз. Мне магазины не платят. Вот такие носки интересные, 59 рублей. Смотрите, с весенними цветами. И они, ну, такие рыхлые немножечко. Вот в самую жару. Хотя состав у них, я не знаю, какой. 80% хлопок и 20% нейлон. Так, ну, в принципе, нормальный состав. Еще вот такие симпатичные носочки. Коротенькие, 59 рублей. Вот такие вот с милыми котятками. Из новинок. Можно купить детский гель для душа. Веселые. Купание. 300 миллилитров, 79 рублей. Пахнет жвачкой фруктовой. Да, и купание будет без слезок. Не щиплет глазки. Ну и вот такие вот наушники за 349 рублей. Bluetooth наушники. А, здесь дизайн закос под iPhone. То есть сделано некрасиво. Хорошо, ну, понравились нам. Единственное, что звук все-таки, если сравнивать с дорогими Bluetooth наушниками, звук, конечно, здесь не такой ярко чистый, но нет низких частот. В общем, смотрите сами, как вам нужно качество звука или красота самих наушников. А так, на вид они сделаны очень хорошо, качественно. И смотрите, нашла вот такой набор классный. Три штучки точилок. 59 рублей от Берлинга для карандашей. Так они сделаны красиво. Металлические. И цена все-таки доступная. Я в ленте одну брала, а здесь целых три. Так, и вот электрическая точилка 249 рублей. Все думаю, взять или не взять. И вот есть такие перьевые ручки. Синий-черный, но я вот брала цветная, сама упаковочка. Здесь интересная. Вот я брала вот такой, 79 рублей. Вот это вот поинтереснее будет упаковка. А вот эти вот картриджи, они вставляются туда легко. И просто ничего открывать не надо. Просто вставляется туда и все. Очень удобно в использовании. Пишет красиво. Друзья, на этом видео свое заканчиваю. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Акварелька Наталья есть на YouTube, Дзене и Рутубе. Также телеграм-канал. Всем удачных, выгодных покупок, отличного настроения и крепкого здоровья. До свидания.